Здравствуйте, мои дорогие, и сегодня хочу рассказать вам о Cosmopolitan New Beauty Box. Такая вот коробочка с довольно интересным наполнением. Давайте посмотрим, что там было. У меня тут сверху лежал тональный крем-пробничек вот от этой Бекки, и он приклеился, мне пришлось рвать, но я сама его положила, он приклеился. Так, первый продукт это мешок. Я не знаю, как это по-японски читается. Очищающий пилинг гель с ахай бхай кислотами. Я плохой человек, надо подготавливаться. У меня был такой гель, вернее, не такой, а розовенький. И, вернее, даже он есть, надо было его, наверное, принести. Это пилинг-скатка. Очень крутая вещь. Вот именно вот это... Такая же только розовая у меня. Это вообще просто неимоверно крутая. Очищающий пилинг-гель, но это вот... Самое с очень сильным скатыванием, с эффектом сильного скатывания. Вот. Он, когда первый раз я попробовала, вот этот еще сильнее, чем мой розовенький такой у меня. Первый раз я попробовала, вообще даже не знакома была с такими продуктами. Вот если где-то увидите, обязательно возьмите, очень крутая вещь. То есть это такая вот гель такой. Его наносишь на лицо, начинаешь тереть на сухое лицо, на сухое, на мокрое вообще. И даже не то, что чтобы вы вымыли лицо, вытерли полотенцем сразу, если нет, оно должно быть конкретно сухое. Нанести на лицо и начать тереть просто вот участки, которые требуют выдирания грязи и спор, например, там вокруг носа, да, крылья носа, черные где точки, подбородок. И просто тереть нещадно. Ну, не больно, ничего там. Ну, бывает, кожа чуть-чуть покраснеет, но очень круто выдирает вот всю грязь. Просто и такими катышками, как будто действительно всю грязь вымыли, он в такие катышки превращается, чуть водичка такая из него, как бы, получается, вытекает, а вот сам гель, сама основная субстанция, она превращается в такие катышки. Очень хорошая вещь, очень хорошо очищает. Вообще, японцы – это великие люди в плане косметологии, вечно что-то придумывают очень хорошее. Дальше кашемир, кератин и для всех типов волос, и маска для волос. Такие вот два продукта – маска и кератин. В целом, ни разу не знаю, что такое, ни разу не слышала, что это, что за марка, ни разу не слышала, не знаю, но в целом очень неплохая, мне понравилось. Я про кератин, как бы, я делала кератин, но не слышала, как бы, чтобы он был в таком вот жидкой форме, ну, как бы, ежедневный такой уход, ну, то есть именно кератин прямо. Но вот шампунь с кератином, если хотите, как бы получается. Но в целом такой вот очень хороший продукт для поддержания именно существующего кератина на волосах. Вот у меня сейчас он уже, скорее всего, слез, потому что я делала довольно давно. То есть при хорошем уходе кератин салонный держится где-то полгода. При таком не очень хорошем, то есть если маски не делать там, и не особо ухаживать за волосами, но он там месяца 2-3 продержится. Но для у кого кератин, я думаю, что очень вдвойне хорошо будет. Так, в целом, мне понравилось. Ну, а маска, как бы, мне маски практически все вообще подходят. У меня волосы весьма благодарны на маски. Реагируют, потому что я их делаю очень редко. Дальше, концентрированная сыворотка с витамином С Анна Лота. Маленький такой вот у нас пробничек был. Но здесь очень много заявлено вообще вещей, которые за такой пробничек не подействуют, не поймешь, что это значит, там, что заложено. Противодействует факторам, вызывающим гиперпигментацию, укрепляет стенки сосудов, то есть это должно такое довольно длительно, месяц, наверное, пользоваться надо где-то. Повышает эластичность кожи, обладает успокаивающим эффектом. Ну, вот успокаивающий эффект, если только я могу выделить. Один раз я ее так попробовала. В целом она, ну, вот для вот какого-то супер эффекта, конечно, это сыворотка. Конечно, ее совсем чуть-чуть надо. Но вот такого прямо вах-вах, как вот от моего недавно приобретенного колоранса сыворотки, конечно, такого вот как-то не было. Дальше очень-очень хорошенький малюточка, колоранс. У нас давно такой бальзамчик вышел, по-моему, осенью той. Такой вот малышочек. Очень мне понравился этот бальзамчик. Сейчас он стоит спокойно есть. Одно время чуть-чуть он пропадал, его не было. Сейчас он спокойно есть в отделе, не на корнере, а в отделе, где уход колорансовский стоит. Очень хороший, маленький, приятный бальзамчик для губ. Ну, здесь он, естественно, большой в большой упаковке. Так вот очень
достойный продукт. Вообще у Clarins очень хорошие бальзамчики. Да. Вообще Clarins люблю. Холика-холика, маска для лица, skin and good и так далее. Я понимаю, что я не прочитаю это. Такая вот масочка. Я ее пробовала. У меня как-то она попалась на Makeup Days, там выдавали. Вот. И маска, ну, как бы корейская маска, это вообще априори всегда все супер будет. Кремообразная ночная маска обеспечит коже необходимое увлажнение, предохранит от потери влаги, повысит местный иммунитет. То есть она, ну, вот на ночь ее оставлять, я ее на ночь не оставляла. Сделает кожу более упругой за счет керамидов. Экстракт руколы. Ну, обожаю руколу, поспособствует укреплению барьерной функции кожи, комплекс натуральных масел смягчает и питает кожу, 10 free формула, равномерно распределите, на ночь оставьте. На ночь я ее не оставляла, потому что как-то она мне не пошла на ночь. Ну, вот так вот на 5 минут нанести, чтобы она как-то немножко увлажнила, попитала, а потом нанести уже сыворотку и крем на ночь. Вот хорошо. Вот такая вот она вечерняя масочка, можно сказать. И пробнички вот такой Бекки. Неимоверно коричневый оттенок. То есть тан, естественно, еще темнее, а нюд просто неимоверно... рыжий, я не знаю, на кого рассчитан этот оттенок, ну, это вообще, как бы, естественно, я его не смогла затестить, потому что это Unreal. В общем, на такой вот коричневенькой ноте, бежево-коричневой, заканчиваю обзор. Все, всем спасибо за внимание, ставьте комментарии, подписывайтесь, и пока-пока.